Отже, Дніпро починає збирати відгуки про весь цей джаз з усіх усюди. А ми ризикнули запросити людей, причетних до організації фестивалю. Це Анна Рускевич, арт-продюсер джазу на Дніпрі, та Євген Гендін, позаштатний радник міського голови Дніпра з питань культури. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, наверное, первый вопрос все-таки к вам, Аня. Итак, почему рискнули, как рискнули? Ну, рискнули не по своей инициативе. Просто еще год назад в городе появилась программа «Культурная столица». Это вообще, я считаю, большое счастье для любого города, для любой страны, если власти поддерживают культуру. Это, наверное, первоочередное. В общем-то, вот, то есть появилась программа «Культурная столица», и стали задумались о ее наполнении. Естественно, фестиваль «Джаз на Днепре» никогда не исчезал из памяти людей. Еще живы участники первых фестивалей. Поэтому возникла идея его возродить, и, в общем-то, нам, по-моему, это удалось. Ну, я так смотрю, да. Что Евгений пришел, собственно говоря, в той одежде, в которой находился на самом фестивале. Я Аню честно предупредил, чтобы она как бы туда больше смотрела, потому что я специально, потому что мне очень трудно расстаться с мыслью о том, что фестиваль закончится, с фестивалем закончится. Я даже признался, чуть ли не слезу пустил перед эфиром. Вот, Аня, что когда я шел сюда на эфир, вернее, мое тело шло, как и Анина, потому что мы, конечно, психически находимся, психологически, ну, в джазовом очень состоянии еще. Я встретил двух темнокожих последовательно, у нас в городе их много, город, слава богу, открытый, вот, девушек, женщин, у меня сердечко ёкало, о, неужели Дебора осталась, о, неужели Николь осталась, а потом я возвращался к реальности и понимал, что это не они, что это тоже прекрасные девушки, но эти девушки уехали как минимум на год, хотя... Если говорить о том, что вот визуально вы представляли ту или иную исполнительницу, а что сейчас в ушах, то есть какая музыка звучит, и звучит ли? Музыка – это подведение утешительных экономических итогов, наверное. Ну, отоспаться удалось вообще? Что? Нет, нет. Ну, мы ж, нас любимый канал пришли, вот, отоспаться. Еще не было даже перерыва. Аня только проводила вот Пати Остин и еще там как бы людей. Я разбираю фидбэки, там какие-то отзывы мне же фотографии присылают. Очень мало зрад, какие-то сплошные перемоги, что меня настораживает, что с Фейсбуком случилось, что с людьми случилось. Вот, коль мы уже заговорили об Остине, ну, это главная звезда, так, да, вот, по большому счету, ожидания оправдались, что так, что не так, потому что... Мои же ожидания абсолютно оправдались, но я бы не стала говорить, что главная звезда. У нас все-таки вот четыре человека, которые, ну, которых вы видели на афише, на основной афише фестиваля. Но для меня все-таки музыканты одного ранга, просто они работают в разных жанрах. А если говорить о райдерах? Удалось выполнить те райдеры, которые они выставляли? И насколько если бы не удалось, сложно? Они бы как бы закатили. Там ничего, я даже вот в интервью вашему каналу говорил, нашему каналу говорил о том, что это люди, даже вот звезды, обладатели Грэмми, у которых бытовых таких каких-то загранных требований нету. Вся их перфекционизм касается их техники, их звука, то есть возможности себя подарить как бы людям. За большие деньги, но подарить. Но подарить. Итак, какие отзывы участников, вот так, если в целом подвести определенные, первые хотя бы такие? В целом, они улетали сегодня счастливыми. То есть настолько, в общем-то, им пришелся по душе и наш город, и прием публики, и, видимо, наша работа ими оценена высоко. В общем, все обещали вернуться, все, в общем, сплошное счастье и любовь. Они просили меня, в частности, вот Николь Рошель, которая тоже здесь звездой, она не входила в ранг там мировых, но она стала любимицей, она главная трудоголик, она заканчивала все три дня джазной персии, суббота, воскресенье, вместе с группой Электро Свин Гинго, и плюс еще пела с драм-арт-бендом Алексей Викулов, киевский. То есть они просили передать, музыканты вот все, что потряса, это не дежурные слова, они объездили там весь мир, сочетание вот с их слов
локация этой замечательная, наша монастырская, им это безумно понравилось. Они, ну, честно говоря, если бы мне прямой эфир, я бы сказал, офигели. Это люди, которые там в Монтрео, там, да, и где угодно. И реакция публики. Они это, для них это дорогого стоит. Все эти нюансы, реагирование на какие-то их вещи, на какие-то их импровизации, на какие-то, они действительно, ну, вот реально. Не потому, что нам надо красиво там отчитаться, мы сами немножко вот в шоке. Нет уже после первого фестиваля какого-то провинциального налета, что у нас, мы знаем наши сильные стороны, знаем наши слабые, о которых говорить здесь не будем. Вот, но реакция этих людей на наших людей и на наш город, ну, дорогого стоит. Это очень хорошее. В этом плане нас это греет очень сильно. Да, вот, кстати, вчера менеджер одной, ну, французской группы, трио Винсана Буржекса, подошел ко мне и сказал, что он в восторге от фестиваля, и он считает, что наш фестиваль не уступает самым лучшим фестивалям Франции, а может быть, даже и превосходит. Может быть, это было его такое, в общем, настроение с того тягаемся. Момента, да. Мы не тягаемся и не спорим. И вот, кстати, очень интересный факт. Впервые в вашей программе, вот на этом канале, то есть Дебора Браун и Пати Остин, две дивы, две легенды, две американские, впервые лично встретились за свою много десятилетий. Они женщины... Да. Не будем говорить, кто, они всегда в соку, джаз это вечно молодые, но впервые две эти американские джазовые дивы встретились в Днепре. И вообще многие, большая часть музыкантов, они были впервые в Украине и вообще в славянских странах. Вот были и действительно, и для них Украина началась с Днепра, это очень приятно. И как вишенка на торте, Дебора заявила, ты читала, что она заявила? Она заявила, что в Украине люди одеваются гораздо стильнее, чем в Париже, как она сказала. Ну, это, очевидно, на меня она посмотрела. Но мы сегодня купили с ней платье. Даже так? За счет фестиваля? Нет. А, фух. Но выбирали. Производитель, да, Малая Арнаутская или что-то ближе, где-то Подгороднее. То есть по каким магазинам? Магазин «Императрица» на проспекте Гагарина. Дальше это реклама. Это реклама, да, это должна быть. Это реклама, но... Петита Арнаутская. Итак, если подвести определенные итоги, сравнить с прошлым фестивалем, каких глобальных ошибок удалось избежать? Пусть арт-продюсер отвечает. Ох... Нет, ну это прежде всего логистики, организации. Мы уже немножечко расслабились. И вот я на второй день, когда уже все казалось накатано, но когда настолько понравилось играть музыкантам, которые начинали, что каждый из них переиграл на 20-30 минут, вот это наш, наверное, все-таки прокол. Хотя людям-то по кайфу это все было. И Пати Остин, обладатель Грэмми, единственный раз показала звездный характер, но она справедливо, она сказала, по контракту должна выйти в 22 часа, значит, но джазовое сообщество, то есть мы договорились с теми, они пошли нам навстречу, поняли, еще лучше было. Ну и прокол, что была гроза, мы этот прокол в первый день обратили в нашу силу, потому что после грозы выступление Николь Рошель и Генгоа было еще круче. У нас были дождевики. Но нам много еще есть, куда расти. Есть очень много невидимых миру слез и проколов, но удалось действительно прежде всего доставка. Там, ну, людей, кораблики себя оправдали? Кораблики, да, людям очень, да, нравилось, безусловно, то, что они могли добраться полегче в большом количестве сюда. Ну, то есть есть над чем работать, это не дежурная фраза, но, в принципе, удалось избежать ни одного маломальски серьезного, испортившего людям настроение, и музыкантам, и зрителям, ни одного такого срыва, уже можно не стучать по дереву, не было. Ну вот отмечу со своей стороны то, что пришлось услышать. Вот маломобильные люди хвалили, сказали, что локация стала более доступна. Это тоже та же ошибка прошлого года, хотя мы тоже старались в прошлом не было, году. Да. У нас не было, это действительно очень... То есть это нужно готовить заранее. Давайте поговорим о наших людях. Что я имею в виду? О земляках, которые вот уехали, кочуют по миру, и вот приехали. То есть вот они же более критичные, более такие вот, или как? Я не заметил. Перфекционисты. Ну, Андрей Кондаков вообще относится к нашему фестивалю как к своему, я бы сказала. Да, да. Он большой патриот нашего города и болельщик. Так что нет, и Андрей, и Ирина Родилис, и Виктор Двоскин. Безусловно. Я просто к чему хочу сказать, потому что у них есть с чем сравнить, то есть они помнят, как было раньше и как сейчас. У нас не было раньше. В Союзе я человек самый старший в этой студии, включая оператора. Вот, я был на этих фестивалях еще в советское время при проклятом тоталитарном режиме. Это были фестивали очень высокого всесоюзного уровня.
Тех лет. Да я же говорю, ну тех лет. 80-й год, это 80-й год. Да. Тот 80-й год, это не Оруэлловский. Там где-то каждый четвертый, говорят, был комитет госбезопасности. Ну, извините, там много, там было за это. И, к сожалению, это было среди музыкантов, тоже были, в общем-то, такие люди. Среди тех, кто около музыкантов ошивался, сейчас вот ругают наши фестивали за границей. Вот, но, да, но такое время было. Детка. Вот. Но, в принципе, все-таки то несколько другой уровень. Да, там были горкомы, комсомола, прочее. Кстати, при всем своем там скепсисе и антисоветчине, я же разваливал эту страну. Вот. Но, тем не менее, да, это было организовано. Но все-таки это несравнимые вещи. Но поднять как бы такой фестиваль, вот. И я думаю, что начиная с 6-7 он даже, возможно, в ноль может выходить или приносить даже доход. Ну, все зависит от вот. Спонсоров. А начиная с 9-го, возможно, без бюджета. И когда спрашивают, я в заключение просто скажу, что вот считается, что мы с придыханием должны отводить глаза, говорить, что бюджет там поддерживает. Я, наоборот, горжусь. И нам все просто из других городов говорят, вы что, ну как вам действительно здорово повезло. Если не манипулировать, что этот бюджет, что якобы у деток манную кашу изо рта забирают или куски асфальта выламывают. Ну, любят спекулировать этим. Это действительно. Хотя между нами, джазистами, я скажу, что бюджет покрывает порядка 45% этого фестиваля. Ну, а в любом же случае существуют меценаты, правильно? Да, они существуют. К сожалению, их не так пока много. Хотя уже на следующий фестиваль есть предложение. Возможно, и облегчим бюджет. Возможно, как бы и нет. Потому что уже мы нарабатываем какое-то определенное имя. А этот фестиваль, безусловно, к нашему имени. Давайте поговорим об открытиях. Вот лично ваших. Вот. Мое, безусловно. Я много говорю, но Аня с ними больше работает. Это люди, в том числе, есть здесь и личные, просто друзья Анины. Она очень давно в этом мире работает, поэтому не случайно. Мы-то знаем друг друга давно, но, безусловно, то есть лайнап и такой состав, который отмечает, это прежде всего заслуга Ани. Для меня безусловнейшим открытием является там Николь Рошель и группа Гинго. Николь Рошель, ну, она действительно потрясающая. Даже здесь, когда мы сидели в предбаннике, спрашивала Аня, чего она. Ну, до сих пор не мировая звезда, у нее есть все данные там для этого, без поэтому для меня, хотя и в целом лайнап, но если все-таки выделить, корректно это или некорректно, для меня все-таки как бы Николь Рошель. И трио Муренко, наше украинское, я небольшой любитель фьюжн джаза, но здесь я снимаю шляпу, это было действительно тоже очень круто. Да, они молодцы, и зарубежные, коллеги тоже это отметили. Я вот не знаю, как у Ани с открытиями. Дадим слово Ане. Да. Аня, но открытие у меня обычно происходит несколько заранее, раньше, чем я начинаю заниматься программой фестиваля. Вот с Николь я, наверное, с ее творчеством познакомилась 4 года назад, совершенно случайно, найдя интересные записи на YouTube. Потом был случай с ней поработать, я искала ее через своих парижских знакомых. И, ну, да, мы, наверное, уже 3-й раз с ней сотрудничаем. Поэтому, скажем, я хотела показать ее городу, и я надеюсь, что город ее для себя открыл. Я вчера была свидетельницей того, как город открыл для себя Пати Остин. То есть все знали, что это фактически великая певица современности, женщина легендарная, с многолетней, с карьерой равной практически всей ее жизни. Она же с 5-летнего возраста на сцене, и в 9 лет она уже была в труппе Куинси Джонса, а ее крестная мать – это тоже легендарная джазовая певица Дина Вашингтон. Вот, и тем не менее, когда вчера Пати вышла на сцену, я заметила, как зал вздохнул и не выдохнул. Вот все замерли, и ее так слушали, что я понимаю, что люди не ожидали такого уровня, они даже не могли представить, что такое настоящая, джазовая дива. Кто такая, наверное, правильно? Безусловно. Кто оказался не таким в записи, кто оказался не таким вот для вообще? Меня Пати. Сказать, что я понимал, что такое Пати Остин. Я вживую-то я это не видел, но так получилось, что в записях, вот я много пересмотрел этого, такого я оценивал талант. Может быть, это в звучании живого дела, может, получается. Это я понимал, уважуха, что это просто действительно звезда. Но на то, того, насколько это пронзительно хорошо, вот Аня правильно сказала, воздух аж звенел. Вот для меня действительно вот это солистка, все эти регалии там прочее, это действительно вот было, вот она меня удивила, Пати Остин.
своим совершенством, скажем так. Я, кстати, уточню. Вот Евгений сказал, что жесткое время выхода на сцену было продиктовано, ну, как бы, списал на звездность Пати. Но на самом деле нет, она просто приводит свой голос в определенное состояние. И поэтому, если бы мы там подождали еще полчаса, то ей бы пришлось проводить эту работу заново. Любое закрытие фестиваля – это на самом деле первый шаг к открытию нового фестиваля. Итак, сколько будете отдыхать, и когда, засучив рукава? Да мы после первого еще не отдохнули. Это точно. Я не знаю, мы сейчас подсчитаем баснословные там как бы прибыли. Вот. Ну, фестиваль – это, конечно, непрерывный процесс. То есть, на самом деле, уже месяц назад я думала о том, кто может быть в программе следующего года. И мы уже говорили, да? Ну, и вот, кстати, сами участники вот делали какие-то подсказки? Вот было бы вот лучше? Делали, они да, все вот подсказывают, так. Пригласите нас еще да, раз. Да, пригласите нас. Да. Вот Майкл Венсо приехал там с удовольствием. Венсан Буржекс еще раз приехал. Приехал бы Сайрус Честнат, если бы не был занят. Да, его там очень по датам не сложилось. Но всех нельзя в этом плане удовлетворить. То есть, уже мы немножко должны входить в какой-то клинч с звездами, потому что мы же не можем повторяться и так далее. Если говорить о ведущих, там был дебют, насколько я понимаю, как вот он, насколько он оправдался, не оправдался? А мне очень понравилось. Я считаю, что Яника Мерила просто ну, большая умница, молодец. Она не просто красивая девушка, но она очень много сделала. Она чувствовала атмосферу фестиваля, чувствовала артистов. Это началось не сразу, да. Но я считаю, что Яника совершила определенный подвиг, тем более ей труднее, потому что она очень под критичным взглядом, и понятно, считается, ну, у людей же есть какие-то определенные клише. У нее не сразу, объективно скажу, на мой взгляд, не сразу. Но по ходу фестиваля, по ходу первого дня она менялась. Я бегал туда. Я не говорю, что там но многие вещи корректировал. И она потом, учитывая, что Майкл вообще человек очень джазовый, может быть на месте, может не быть на месте. А может взять чемоданчик и куда-нибудь взять чемоданчик, пошел дождик, исчезнуть куда-то. И поэтому на нее форс-мажорные просто падали. Она вытащила в значительной степени, вытащила, говорила на украинском языке, там как бы чего она далеко вообще не очень все ловко, даже в городе, и на английском, да. Ориентировалась, у нее быстрые, хорошие мозги и хороший как бы вкус, она, я считаю, очень достойно справилась. Да, она была полноценным членом команды, и я могу сказать, что да, вот для меня, пожалуй, открытие это Яника Мерила, я не ожидала. Но не могу не вспомнить появление на фестивале нашего мэра в футболке определенной. То есть обсуждают достаточно широко. Да, в какой бы он футболке не появился, обсуждали бы все. Ну, это касаемо, давайте так, это вопрос номер два уже будет, а вопрос номер один. Пьянство в бой, он достаточно интересно объявил, появилось распоряжение. Сейчас у нас интерактивный опрос идет среди зрителей. Вот ваше отношение к тому, что вот чиновники не должны появляться в общественном месте, независимо от того, в рабочее время, не в рабочее, в том числе и на фестивале, на допинг-контроль. Вот. Мне пофиг. Ну, честно, вы спрашиваете, я этот вопрос, что значит? Любые люди должны себя вести по-человечески, как бы, чиновники они или не чиновники. Я это решение мэра там комментировать не буду, равно, ну, то есть это его право, оно мне не, вот, я сори, что это, но я же правду говорю, но оно мне не интересно. Ну, что-то там, что-то какие-то перед этим, какая-то ерунда с кем-то произошла, где-то достали. Наверное, с профилактической точки зрения он поступил правильно, дабы не повадно было. Вот вы как дипломат ответили. Тут почему? Пофиг, но вот, наверное, что-то. Замечательно. Я дякую, що знайшли змогу і завітали до нашої студії. Трезвые. Да, трезвые. Это очень важно. Вашому кораблю большого плавання. Желаю. Спасибо большое. Да, и давайте встречаться чаще. По хорошим поводам. Спасибо. Анна Рускевич, арт-продюсер джазу на Дніпрі, у нас була у гостях. І Євген Гендін, позаштатний радник міського голови Дніпра з питань культури.